Евангелист Матфей. Само имя Матфей означает «дар Божий». Дар Божий. Он принадлежал к 12 апостолам Иисуса Христа. Смотрите Евангелие от Матфея 10:3, от Марка 3:18, от Луки 6:15, Деяний 1:13. Евангелист Лука 5:27 называет его Левием, а евангелист Марк 2:14 – Левием Алфеевым, то есть сыном Алфея. Известно, что некоторые иудеи носили по два имени, ну, например, Иосиф Варнава или Иосиф Каиафа. Матфей был сборщиком пошлин, мытарем на Капернаумской таможне, расположенной у берега Галилейского моря. Смотрите Евангелие от Марка, 2 глава, 13-14 стих. По-видимому, он состоял на службе не у римлян, а у тетрарха, правителя Галилеи Ирода Антипы. Но в любом случае тетрарх Ирод платил дань римлянам, поэтому Матфей, конечно же, считался коллаборационистом, предателем собственного народа. Профессия Матфея требовала от него знания греческого языка. Будущий евангелист изображен в Писании как человек общительный. В его капернаумском доме собралось множество друзей. Это, пожалуй, все, что мы можем увидеть об этом авторе из книг Нового Завета. Есть предание, что после вознесения Христа он проповедовал благую весть иудеям в Палестине, проповедовал также и в Африке. Около 120 года ученик апостола Иоанна Папий Иеропольский свидетельствует: Матфей записал изречение Господа – это логия кириака по-гречески, на еврейском языке. А переводил их кто как мог. Это цитата берется из церковной истории Евсевия 3:39. Термин «логия» и соответствующий ему еврейское «дибрей» означает не только изречение, но и событие. Сообщение Папия повторяет он же, точнее, его сообщение повторяет около 170 года священномученик Ириней Леонский, подчеркивая, что евангелист писал для христиан и иудеев. Это работа Иринея «Против ереси», третья книга, 1:1. Историк Евсевий пишет, что Матфей проповедовал сперва иудеям, а потом, вознамерившись идти к другим, изложил на отечественном языке Евангелие, известное ныне под его именем. Это опять церковная история, 3:24.
По мнению большинства современных исследователей, это арамейское Евангелие появилось между 40-ми и 50-ми годами. Вероятно, первые записи Матфей сделал еще, когда сопутствовал Господу в дни плоской жизни Христа на земле. Первоначальный арамейский или еврейский текст Евангелия от Матфея, он был утерян. Скорее всего, это связано с Иудейской войною. И оригиналом считается греческий перевод, греческий текст. По-видимому, вот, греческий перевод был сделан между 70-ми и 80-ми годами. Его древность подтверждается в творениях апостольских мужей. Это и Климент Римский, Игнатий Богоносец и Поликарп. Историки полагают, что греческое Евангелие от Матфея возникло в Антиохии, где наряду с христианами-иудеями впервые появились большие группы христиан из язычников. Кстати, там же верующие в Иисуса стали называться христианами. Текст Евангелия от Матфея свидетельствует о том, что его автор был палестинским евреем. Он хорошо знаком с Ветхим Заветом, с Танахом, с географией и историей и обычаями еврейского народа, еврейской земли, Эрец Исраэль. Матфей чаще других говорит о церкви. Он уделяет немалое внимание вопросу об обращении язычников. Из пророков Матфей больше всего цитирует пророка Исаию, и он это делает 21 раз. Не еврей просто не мог бы так хорошо ориентироваться пророчествах Исаии. И центральная тема богословия апостола-евангелиста Матфея – это теократическое Царствие Божие, которое он в согласии с иудейской традицией обычно называет Царством Небесным. Оно пребывает на небе, а в этот мир приходит в лице Мессии Христа. Небеса приблизились, Царствие Небесное приблизилось, говорит Иоанн Креститель. Оно означает воцарение Бога среди людей. Это Царствие Божие. В начале царство присутствует в мире неприметным образом, и только в конце времен будет явлена его полнота. Наступление Царства Божия было предсказано в Ветхом Завете и осуществилось в Иисусе Христе как Мессии. Поэтому Матфей часто называет Христа сыном Давидовым. Это один из мессианских титулов. План Евангелия от Матфея. Сначала пролог, рождение и детство Христа, 1-2 глава, крещение Господне и начало проповеди, 3-4 глава, Нагорная проповедь, 5-7, служение Христа в Галилее, чудеса, принявшие и отвергшие Его,
с 8 по 18 главу, путь в Иерусалим, 19 по 25 главу, страсти, смерть Христа, воскресение с 26 по 28 главу. Микрофоны, пожалуйста, отключайте, друзья. Итак, это наиболее еврейское Евангелие, в том смысле, что адресат был известен Матфею, он знал, для кого он пишет, поэтому он использует здесь не только цитаты из Ветхого Завета, он использует известные еврейские идиомы, например, «вчера» и «третьего дня» и тому подобное. И как это было принято у евреев, в самом начале он предлагает родословие Христа, потому что иудеи придавали огромное значение родословиям, и здесь, конечно, надо заметить, что позже христиане вообще не придавали значения родословиям. Апостол Павел называет споры о родословиях глупостями, но вот в тот начальный период, то время, когда писалось это Евангелие, конечно, это было очень важно. И нету оглавления этого Евангелия в привычном смысле, как мы пишем Евангелие от Матфея и так далее. Есть сразу вступление, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это очень напоминает ветхозаветные книги, например, первая книга Ветхого Завета, она по-гречески называется генезис, то есть происхождение, то, что на русско-славянском обозначено словом бытие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Вот здесь имена Давида и Авраама расположены не в исторической последовательности. Сначала предлагается имя Давида, а потом имя Авраама. Почему нарушен порядок? Потому что это Евангелие пишется для лиц еврейской национальности. Его ценность для других народов Матфея осознает позже, когда, похоже, и даст согласие на перевод. Некоторые критики Библии говорят, что изначальный текст был один. Логия Господа, то есть изречение Господа, то есть некий такой, как бы, единый текст, но это не так, это глупость. Потому что уже Лука пишет, что многие стали составлять повествование об известных среди нас событиях. Таким образом, можно четко сказать, что с самого начала было много источников. Когда Лука пишет, было написано Евангелие от Матфея, от Марка, и все. Это немногие. Поэтому Лука имеет в виду и те апокрифические тексты, которые не стали каноническими в церкви. А из писаний многих отбиралось, редактировалось то, что выглядело как что-то достоверное.
Матфей – непосредственный ученик Иисуса Христа. Ему не надо было копаться в бумагах, смотреть Писание многих. Так же, как и Иоанн – непосредственный ученик Иисуса Христа. Первые три Евангелия, они называются синоптические, то есть сходные. И вполне возможно, что Матфей, Евангелие которого очень близко по содержанию к Евангелию от Марка и от Луки в меньшей степени, он задал тон, хотя критики считают, что первое Евангелие – это от Марка, но это абсолютно голословное утверждение. Тем более, что авторитетные отцы говорили, что Евангелия были написаны в том порядке, в каком они присутствуют в каноне. То есть сначала писал Матфей, потом Марк, потом Лука и последний Иоанн. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Итак, я вам объяснил, почему имя Давида стоит перед именем Авраама, хотя Авраам более древний. Потому что само словосочетание «сын Давидов» – это одно из имен грядущего Мессии, как думали евреи. Но здесь есть и другое объяснение. Когда мы читаем, что это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, потом сына Авраамова, я уже сказал, что Евангелие писалось для лиц еврейской национальности, у этих людей немножко другая логика. Когда мы читаем, что кто-то сын кого-то, в таком не прямом значении, а в переносном, то еврейский читатель, конечно, бы задал вопрос, если Иисус Христос назван сыном Давидовым, какой сын Давида имеется в виду? И если Иисус Христос назван сыном Авраамовым, какой сын Авраама имеется в виду? Это немножко другая логика. Если говорить о сыновьях Давида, у Давида было очень много сыновей. Много. Но самый значимый сын – это Соломон. Шломо. Шломо. Это имя означает мирный. Мирный. Давид вел войны Господни, как сказано о нем в книгах царей, царств. Но он запятнал руки человеческой кровью, и хотя он очень хотел построить храм, Бог ему этого не разрешил. И Бог сказал, тут игра слов, человек мирный, Шломо, то есть Соломон, твой сын, он построит храм. То есть человек воинственный, даже если это войны Господни, его руки осквернены. Он не может построить храм. И храм строит Соломон. Вот почему Христос назван сыном Давидовым. То есть он является в этот мир как Соломон, но строит не материальный храм, а одушевленный. Он создает церковь, экклесия, кагал. Это собрание людей. И в Кесарии Филипповой, 16 глава от Матфея, Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Вот что означают эти слова
родословие Иисуса Христа, сына Давидова. А что же означает прибавление? Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама, кстати, была куча сыновей. Один ребенок был от Агарь, наложницы, другой от Сары, Исаак, сын от Агарь, Измаил, и куча детей от Хитуры, на которой Авраам женился после смерти Сары. Какой же сын Авраама является прообразом Христа? Конечно, Исаак. Исаак. Сказано было от Бога: в Исааке тебе наречется семя. А самый значимый момент в жизни Исаака – это жертвоприношение Исаака, который Бог остановил через ангела. И было сказано: Яхве Ире, то есть Господь усмотрит Агнца. И когда Иоанн Креститель увидел на берегу Иордана Христа, он это вспомнил и сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть тот, которого Яхве Ире, то есть Господь усмотрел. Итак, первое предложение. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, мы рассмотрели. Далее. Авраам родил Исаака, Исаака родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фареса родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Здесь обращают на себя внимание вот те обстоятельства, что называются имена женщин, четырех женщин. И оканчивается родословие словами 1.17. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Зачем все это? Почему родословие разделено на три части? От Авраама до Давида, от Давида до Вавилона, от Вавилона до Христа. Какое значение имеет число 14? Чтобы его соблюсти, Матфей во второй позиции от Давида до Вавилона выбрасывает имена трех царей. Далее. Позиции от Вавилона до Христа Матфей пишет, что 14, на самом деле 13, непонятно, кто 14. И что это за число 14, что Матфею надо за него держаться? Это гематрия имени царя Давида. Опять возвращаемся к тому, с чего начали. На еврейском языке, так же, как и на греческом, так же, как и на славянском, буквы, они же цифры. Это значит, что каждое имя имеет числовое значение. И числовое значение имени Давида 14. И теперь каждый еврейский ребенок, скорее всего, об этом знает. А так как Матфей пишет для лиц еврейской национальности, ему важно было расставить такие акценты. Еще раз, гематрия используется только в книге Откровения Иоанна Богослова. Это число Антихриста 666.
6. Но это уже немножко другая история. Итак, зачем женские имена? Женщина – это источник жизни. Когда Адам в раю услышал, что от Евы родится Спаситель мира, который сокрушит голову змея, Адам в пророческом озарении дает имя своей жене Хава, от еврейского слова Хая, то есть жизнь. Мы знаем это имя как имя Ева, но это греческая транслитерация. То есть женщина – это источник жизни. И Христос, рождаясь в этот мир, по человечеству он выходит из этого источника, а по божеству неслиянно входит в него. И отныне божественное и человеческое халкидонским определением неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и неслиянно. И Матфей специально помещает имена женщин, которые были грешницами, допускали сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию. В Ветхом Завете, за редкими исключениями, женские имена вообще не упоминаются. За редкими исключениями. Какие же имена здесь нам предлагает Матфей? Это имя Фомарь. Фомарь – грех кровосмешения с тестем. Праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Это Рахав, проститутка из Иерихона, не еврейка. Как и Фомарь, тоже не еврейка. Праматерь Христа по прямой. Это Руфь, тоже не еврейка, моавитянка. Причем в книге Второзакония сказано, что моавитянин и в 10-м поколении не войдет в народ Божий. Но Руфь – прабабка царя Давида. И бывшая Заурий, имя которой даже не называется, это Версавия, Батшева. Прелюбодеяние с царем Давидом при живом муже. В результате муж ее погиб. Почему Матфей не использует здесь имена праведных женщин, таких как Сара, Рахиль, Лия? Он это делает сознательно. Он хочет показать, что не все так просто. Люди не могут соблюдать чистоту, опираясь только на закон. Как апостол Павел позже напишет, закон ослаблен плотью. И Матфей показывает, что этот поток судеб, он приводит к Мессии. Кстати, евреи признают, что все эти женщины праматери Мессии. У них спор с нами только по вопросу, а кто же Мессия? Христос приходит в этот мир спасать неправедных, а грешных. И вот эта мысль, она доминирует в таком решении Матфея. Зачем Матфей делит родословие на три части, по 14 родов, от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Это делается для того, чтобы люди раз навсегда поняли, что с переменой власти или с переменой правления они лучше не становятся. Они лучше не становятся. Люди грешили при патриархах,
община – родовой период в истории еврейского народа от Авраама до Давида. Грешили и при царях – монархический период в истории еврейского народа от Давида до Вавилона. Грешили и в период двукратий, трикратий. Златоуст называет это время аристократов. То есть ни одна форма правления не решает главного вопроса, как человеку спастись. Поэтому Христос воплощается тогда, когда люди как бы исчерпали все возможные политические формации, ну и в конце концов оказались ни с чем. Кстати, для христиан всегда более лучше жить при властях, которые враждебно относятся к нам. Это показывает общецерковный опыт, истории церкви. Всегда больше святых. И напротив, когда христиане долго живут без гонений, они расслабляются, и наступает деформация нравственных начал. И это, конечно, печально. Число 14. Почему Матфей держится за число 14? И почему он убрал имена трех царей? Эти цари, они были идолопоклонники. Вот грешник может войти в родословие Христа, и грешники входят, и проститутка из Иерихона Рахав входит, и мавитянка Руфь входит. А вот для идолопоклонников места не находится. Они не могут быть праотцами Христа, поэтому их имена они не используются. Число 14 – это гематрия имени Давида. А вот то, что сказано от Вавилона до Христа 14 родов, отцы объясняют по-разному, но более правильное объяснение, на мой взгляд, субъективный взгляд, 14-й сам Христос в своем воплощении, он настолько соединяется с родом человеческим, что по человечеству он выходит из этого родословия как 14-й, а по божеству входит в него. По божеству входит в него. И далее мы читаем с 18 стиха и ниже о Рождестве Господа Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Ну, здесь все очень и очень непонятно. Зачем избраннице Божией, избраннице Духа Святаго быть обрученной какому-то мужу? Отцы отвечают на этот вопрос. Они предлагают следующее объяснение. Во-первых, Дева Мария и младенец Иисус нуждались в опеке и защите. И такую опеку и защиту осуществил Иосиф, обручник Девы Марии. Он был человек в возрасте. Другое объяснение, тоже святоотеческое. Дьявол внимательно наблюдал за всеми девами, чтобы узнать и понять, от которой может родиться Христос Мессия. Во-первых, не надо приписывать дьяволу свойство Бога. Дьявол не вездесущ, дьявол не всезнающий. Как любая тварь, он имеет положение во времени и в пространстве. И дева, которая обручена, она как бы и не дева уже, хотя она дева. И здесь внимание бесов ослабло, и тайна рождения Христа как бы ускользнула.
от сил зла. Хотя они знали из пророка Исаии, «Се дева в очеве примет и родит». Как мы видим из 4 главы Евангелия от Матфея, дьявол очень хорошо цитирует Писание. То есть он разбирается в этом. Правда, это ему не помогает. Итак, она обручена, потому что ей нужен защитник. Она обручена, чтобы ослабла наблюдение сил зла. Она обручена еще по одной причине. Родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея – это родословие не Марии, а Иосифа. И в конце сказано, 16 стих, «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Это не родословие Марии, это родословие Иосифа, названного отца Иисуса. Ну почему же тогда вначале написано родословие Иисуса Христа? Как-то непонятно все. Дело в том, что закон Божий предполагает возможность усыновления. Например, есть классический пример в книге Бытия, когда Иаков Израиль, отец прекрасного Иосифа, любя своего сына Иосифа, усыновляет двух его Иосифа сыновей, Манасию и Ефрема, причем возлагая на них руки крестообразно. Это видно из текста. И вводит их в 12 колен Израиля. Родословие Девы Марии мы видим где? В Евангелии от Луки. Некоторые считают, что это более близкое к Марии родословие, но оно не очень подходящее для Мессии. Потому что царская линия обрывается на Давиде. А после Давида идет Нафан, сын Давида, и другие потомки не цари. А у Иосифа все в порядке, тут все цари, тут царская линия соблюдается четко. И Иосиф усыновляет Иисуса, сообщая ему права своего родословия, и делает Иисуса вполне кошерным мессией с точки зрения еврейской галахи. Итак, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж и я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь тоже все непонятно. Почему Мария не рассказала Иосифу о том, что она пережила благовещение, когда к ней явился Божий архангел Гавриил и благовествовал ей тайну Боговоплощения? Представляется, что Дева Мария не решилась этого рассказать, потому что она сама тогда, когда это произошло, не смогла понять, как это будет. Она спросила архангела, как это будет, когда я мужа не знаю. И она оставила место Богу, чтобы он сам открыл Иосифу эту тайну. Потому что даже для нее это было все очень непонятно.
это мы видим в ее диалоге с архангелом Гавриилом по Евангелию от Луки. Мария в духовном смысле значительно выше Иосифа. Это видно из того, что ей ангел является воочию, а Иосифу во сне. Это очень разные вещи. Явление ангела во сне и явление ангела наяву. Таким образом, сразу устанавливается, что Дева Мария, она без сомнения значительно выше Иосифа. И здесь ангел Господень говорит: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. Почему он называет ее женою? Чтобы не дать ему повода для сомнения. Она сохраняет свое детство. Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына, и наречешь ему, то есть ты наречешь ему имя Иисус. Это имя означает спасение от Бога. И ангел объясняет, почему такое имя. Ибо он, то есть рожденный, спасет людей своих от грехов их. Спасет людей своих от грехов их. Очень важно, чтобы вы, друзья, следили по тексту. У нас этот курс, я его каждый год читаю, это именно курс подстрочного изучения. У меня есть другие лекции на Матфея, но они не являются подстрочными. А здесь вам надо смотреть в текст. Здесь именно подстрочная экзегеза. Здесь тоже все непонятно. Ну, понятно. Если Иосиф наречет ему имя, значит, Иосиф усыновляет его. Да, это было так. Дать имя ребенку мог только отец или мать. Значит, процесс усыновления, когда он дает имя. Имя давали в день обрезания, на восьмой день, как у нас в день крещения происходит наречение имени. Но вот эта фраза, она очень непонятна. Ибо он спасет людей своих от грехов их. Это очень непонятная фраза. Я бы даже сказал, внешне она выглядит как нехристианская фраза. Что же это говорит ангел Господень? Разве у Бога есть свои и чужие? Разве Христос умер только за своих? И вот Иоанн Богослов в своих посланиях говорит, что Христос умер за наши грехи, то есть уверовавших, и не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. Оказывается, свои для Бога – это все. И Христос умер за всех и за тех, которые будут вечно находиться в аду. А почему? Зачем это? Чтобы в день страшного суда никто не смог бы сказать: Иисус, ты за меня не умирал. Иисус, ты не взял мои грехи на себя. И вот тот факт, что Христос умирает за грехи всего мира, он усугубляет вину тех, которые не принимают Христа. За них как бы божественная кровь была пролита в осуждение этих людей. Они не воспользовались тем, чем могли воспользоваться во Христе и со Христом. И далее. А все сие произошло
да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, имеется в виду пророк Исаия, 7 глава, 14 стих, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Иудеи не соглашаются с тем, что здесь у пророка Исаии стоит слово «дева». Здесь стоит слово «алма». На современном иврите слово «алма» может означать молодую женщину. Но в контексте Танаха, то есть Ветхого Завета, это слово нигде и никогда не означает женщину. Оно всегда означает деву. Это Ревека, будущая жена Исаака, она называется этим словом, и о ней сказано: «не познавшая мужа». Это 9-летняя сестра Моисея, которая бежит за корзинкой, она тоже называется этим словом, в смысле девочка. Это в книге «Песнь песней» девицы, которые ведут хоровод вокруг невесты, толкование Раши, это самый авторитетный иудейский экзегет. Эти девицы – это народы, они девицы, они ведут хоровод, встречая царицу. Единственное место, на которое могут сослаться иудеи во всем Ветхом Завете, это книга «Притч», где говорится, что невозможно понять движение корабля по морю и движение мужчины к девице. Иудеи почему-то понимают буквально. У них получается трудно понять движение корабля по морю и движение мужчины на девице. Но это глупость. Потому что прямо из текста это никак нельзя вывести. Это такие вот домыслы. Христианский экзегет Марцинковский, он, кстати, не был православным, но он очень так логично замечает: а если бы не девица родила, а женщина, какое же это было бы знамение? Здесь же написано, что знамение будет дано вам. Се дева во чреве примет и родит. А если рождает женщина, так женщины этим только и занимаются. В чем знамение? А там стоит слово «от», которое означает именно некое знамение, знак. Знамение заключается в чем-то чудесном. А чудесное – это когда рождает девица. И далее мы читаем: «Восстав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». А вот здесь по поводу 25 стиха есть спекуляции протестантов. Протестанты говорят: да, он ее не знал, как, наконец, она родила сына своего, первенца, а потом познал. Такая логика протестантских экзегетов. Что мы можем на это ответить? Во-первых, еврейское слово «познать», «даат», имеет два значения. Можно познать физически, и познал Адам Еву, но можно познать и в смысле расширить свой кругозор по поводу какого-то человека.
Как надо толковать этот стих? «И не знал ее», то есть по-настоящему не понимал, кто она, «как, наконец, она родила сына своего первенца». А вот когда она рождает, не теряет девства, свидетельство ангелов с неба, пришествие пастухов, пришествие волхвов, чудеса и знамения, он познал ее в смысле даат, расширение кругозора. Он познал величие Марии. Величие Марии. И после этого, конечно, тем более он не мог помышлять о каких-то отношениях. В общем-то, человек уже пожилой. Пожилой. Именно его родные дети, он был вдовец, называются в Евангелиях братья и сестры Иисуса. Братья и сестры Иисуса. Далее идет поклонение волхвов. Вторая глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы. Ну, в оригинале стоит маги. Маги пришли с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. О чем это? Все это произошло в осуждении иудеев. Они не пришли поклониться, кроме немногих. А вот люди с востока, с языческого востока, пришли, эти волхвы, эти маги, астрологи, и пришли поклониться ему. Это все равно, что если в Москве появятся какие-нибудь брахманы, кришнаиты, и скажут православным людям, вот должно произойти то-то и то-то, вы об этом не знаете, но это правда. А когда это исполнится, конечно, нам всем станет стыдно. Немножко. А может быть и немножко. Итак, Бог попускает пришествие волхвов. Матфей не рассказывает о пастухах, которые пришли к Иисусу поклониться. О них рассказывает Лука. А Лука не рассказывает о пришествии волхвов. О них рассказывает Матфей. Они дополняют друг друга. Точнее, Лука дополняет Матфея, который не обратил внимания на пастухов. Я уже вам говорил, что все Евангелие детства, описание Рождества, пришествие волхвов, пришествие пастухов, все это со слов Девы Марии. И Матфей мог что-то не услышать или не запомнить. А Евангелие от Луки – это на самом деле Евангелие от Павла, а Павел по преданию общался с Девой Марией. Это видно из Евангелия от Луки. Вот у него наиболее подробно все это излагается. Итак, волхвы пришли в Иерусалим и стали говорить, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. Но тогда царем был Ирод Великий, который скончался где-то в IV веке до нашей эры. Ошибка на 4 года – это ошибка одного монаха раннего средневековья,
но она ничего не меняет. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Но вот почему Ирод встревожился, в общем-то, это понятно. Это понятно. Ирод всех подозревал, что против него там замышляют какие-то заговоры. Всех подозревал. В результате его подозрительности погибали члены его семьи. Даже он погубил своих сыновей. Это был страшный человек. А вот почему и весь Иерусалим встревожился вместе с ним? Разве иудеи не ожидали пришествия Мессии? Ведь тогда Святая Земля была под римской оккупацией, и многие ждали Мессию как военно-политического лидера, который придет и освободит еврейский народ от железной пяты римлян и поставит евреев царями и священниками над всеми народами. А почему они встревожились? Одно дело во что-то верить, на что-то надеяться, а другое дело, когда ты оказываешься с исполнением этого. Все напугались. Не только Ирод, но и, в общем-то, религиозные люди. Они испугались. Ветхозаветная церковь того времени, весь религиозный эстаблишмент встревожились. Как же так? Неужели это произойдет при нашем поколении? Неужели мы станем очевидцами? Это так страшно жить в переломные моменты своей страны, своего государства. Не дай Бог жить в период преобразований или в период потрясений. Люди боятся того, когда божественная реальность начинает своими судами, наказаниями вторгаться в нашу действительность. Людям страшно и тяжело это переживать. И хотя мы за каждым богослужением молимся о том, чтобы Господь нам послал бы христианскую кончину, тихую и безмятежную, мы боимся смерти. Это ответственный момент. А готовы ли мы, а наши чаяния, надежды, насколько они оправдаются? Не услышим ли мы слова Христа: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас», когда мы будем восклицать и говорить: «Не твоим ли именем, Господи, мы делали то-то, то-то и то-то». Поэтому тревога Ирода, здесь вот с Иродом все проще. А вот весь Иерусалим с ним встревожился, это беда, это кризис религиозных людей, когда сама божественная реальность настигает их своими судами. Например, некоторые люди очень переживают настоящее время, и они говорят: мы никогда не думали, что мы доживем до таких страшных времен. Все неопределенно, все в подвешенном состоянии, и само наше существование. А что, если Господь вмешается во все то, что происходит? Какие действия предпринимает Ирод? Услышав это, Ирод царь встревожился, и ниже, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Ну, тут вообще все непонятно. Как можно собрать всех первосвященников? Первосвященник может быть только один, и он должен
занимать свою должность до смерти. Да, так было в древние времена. Но под управлением греков, а потом римлян, многие правила были преданы забвению, и эта должность стала перепродаваться. Должность гадоль, коген, то есть первосвященник, главный священник. И были первосвященники на покое, и был действующий первосвященник, как сейчас в Римо-католической церкви. Есть один папа на покое, скажем так, на пенсии, это Бенедикт XVI, а другой, папа Франциск, это действующий папа. Кстати, в последнее время он часто стал говорить о том, что тоже хочет на покой, у него проблемы с ногами. И вот тогда была такая же ситуация. И собрав всех первосвященников и книжников народных, а кто такие книжники народные? Это начитанные в Писании Сафирим. Книжники Сафирим. Это не только начитанные, чаще Сафирим – это переписчики книг. Так как книги переписывались. Кстати, в иудаизме до сих пор считается, что синагогальную службу можно совершать только по переписанному свитку Торы. Да, может быть, где-то пользуются печатной Торой, но это считается не очень канонично, не очень правильно. Потому что на каждую букву уходит одна шма. Шма – это молитва. «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый». Как и на Руси было принято на одну букву одна Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И потом с этой же молитвой человек писал следующую букву. А так как они переписывали этот текст, они знали его практически наизусть. Они авторитетные люди, они знающие люди. Конечно, была серьезная дистанция между священниками и там книжниками, фарисеями. Священники – это только потомки Аарона. А они только и могли совершать службы. Другие потомки Левия, но не потомки Аарона, они им помогали, и не более того. Первосвященники всегда были потомки и Левия, левитского колена, и Аарона. И собрав всех первосвященников, то есть это такой establishment, священники храма и помогающие им, по отношению к книжникам, фарисеям, они как патриции, а на книжников, фарисеев они смотрели как на плебеев. Там было такое классовое расслоение. И Ира спрашивает у всех этих людей, таких разных, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, то есть они выносят кагалам решение, они же сказали ему в Вифлееме иудейском. Вифлеем по-еврейски Бет-Лехем означает дом хлеба, дом хлеба. А помните, Христос говорил о себе: «Я есть хлеб, сошедший с небес». «Я есть хлеб, сошедший с небес». И здесь игра слов. Хлеб, сошедший с небес, рождается в Бет-Лехеме, в доме хлеба. Дом хлеба на современном языке – это как? Это элеватор. Элеватор. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, они цитируют пророка Михея, 5 глава, 2 стих, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных,
ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Это пророчество о Мессии, ветхозаветное пророчество, что из этого дома хлеба явится вождь, который упасет народ Израиля. И вы, наверное, знаете, что Христос пришел только к евреям. Так это видится в начале его служения. Он говорит своим ученикам, 10 глава от Матфея, «На путь к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». А когда женщина хананеянка, не еврейка, пришла к нему за помощью, он достаточно грубо сказал ей: «Плохо взять хлеб у детей и бросить псам», то есть гоим, гоем. Но она со смирением сказала: «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стол их господ», и сподобилось чудо, которого она искала. И вот теперь известно, где должно произойти рождение, и становится понятно, что волхвы не знали, где это должно произойти. Но они рассуждали, скорее всего, так. Надо идти в столицу, здесь религиозный центр этого народа, тут их храм, у евреев был единственный храм на всей планете, это Иерусалимский храм. Синагога – это не храм, синагога – это дом учения, дом образования, дом общественной молитвы, но никаких богослужений там совершать было нельзя. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Какое время он выведал? Помните, он издает указ избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Вот что он выведал у волхвов. То есть волхвы шли в Иерусалим 2 года. Но было непонятно, то ли Христос родился 2 года назад, то ли пока они шли, то ли к моменту их прихода в Иерусалим. И чтобы не ошибиться, он издаст указ избить всех младенцев от 2 лет и ниже по тому времени, которое выведал у волхвов. То есть доверчивые волхвы не скрыли от него время появления звезды. И звезда 2 года вела их. Но была ли Вифлеемская звезда звездою? Отцы церкви с этим не согласны. И если вы посмотрите на икону Рождества Христова, конечно, не на картину, а именно на икону, то вы увидите, если это настоящая православная икона, внутри звезды изображается фигура ангела. Внутри звезды. То есть под видом звезды 2 года волхвов вел ангел. И блаженный Феофилакт пишет: звезды по небу так не ходят. То в одном направлении, то в другом. То она зависает над домом. Помните? И она опустилась к тому месту, где рождается Христос. А ведь если звезда обычная висит над городом, всем кажется, что она висит над их домом. Это не звезда. Это ангел. Почему ангел принимает вид звезды для волхвов? Потому что они были астрологи. Это для них было понятно. А вот для еврейских пастухов ангелы являются открыто. Они видели целое небо, полное ангелами, и они пели: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Потому что евреи верили в ангелов, как божьих посланников, и ничего удивительного в этом для них особо и не было. То есть Бог учитывает
открывая себя нам, наш понятийный аппарат. Для волхвов, астрологов это очень важно, когда их ведет звезда. И хотя астрология – это суеверие, но это понятно для них. Поэтому ангел спутешествует, как звезда, с этими людьми. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». То есть он обманывает волхвов. Он хочет, чтобы они выполняли функции шпионов. «Пойдите тщательно, разведуйте о младенце». Но он это объясняет тем, что он хочет как бы тоже тайно прибыть туда и поклониться младенцу. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Ну, обычно звезда, она не идет ни перед кем, а люди идут за ней. Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Звезда может остановиться над конкретным местом, если она предельно приближается к этому месту. Если она висит над городом, то непонятно, над каким домом она висит на самом деле. И вообще, можно ли так сказать, что она висит над конкретным местом? Это ангел. Итак, они приходят, где был младенец. Это не Вифлеемская пещера. Это не Вифлеемская пещера. Вот это место. И мы это видим далее. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и войдя в дом, 11 стих 2 главы, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Это не пещера. Хотя изображение есть на иконах, что с одной стороны поклоняются волхвы, как бы представители человеческой мудрости, с другой стороны пастухи, как представители человеческой простоты. Господь лежит в кормушке для скота, тут рядом быки, коровы и так далее. Это просто символическое изображение. Потому что здесь они уже в доме. В каком доме, если Лука сообщает, что они не нашли нигде места, потому что на перепись населения пришло очень много людей? Во-первых, пастухи, которые увидели ангелов, и потом пришли в пещеру и увидели младенца Иисуса, конечно, они могли пригласить святое семейство к себе домой, чтобы роженица отдохнула и чтобы они хоть как-то поучаствовали в судьбе святого семейства. Потому что многие были свидетелями из пастухов вот явления ангелов на небе. То есть волхвы приходят именно в дом. И, войдя в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото – как царю, ладан – как Богу, смирну, как человеку, которому предстояло умереть. Ибо смирна входила в состав мира, которым натирали мертвое тело. Оказывается, они знали больше.
чем могло бы показаться. Ангел, который путешествовал им в виде звезды, как-то возвышал их представление о том, куда они идут, кому они идут. И вот эти дары обнаруживают, что они понимают, что это истинный царь, истинный Господь и истинный человек, которому предстояло умереть. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью. Вот эта функция Иосифа, о которой мы сегодня говорили, он должен оберегать святое семейство. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Как он пошел в Египет? Через Иерусалим. Вифлеем очень рядом с Иерусалимом. Между Иерусалимом и Вифлеемом находится гробница Рахиль, красавица Рахиль. Если вы там проезжали когда-нибудь, там такие темнокожие еврейские солдаты, совсем такие юные, они потомки Рахиль, это африканские евреи. И почему через Иерусалим? Потому что будет обрезание на восьмой день, будет принесение во храм на сороковой день, и главное, очень легко затеряться в большом городе. А если поиск идет по пустынным улицам, дорогам, здесь затеряться достаточно сложно. То есть путь в Египет, он и чисто географически идет через Иерусалим, если двигаться в Египет из Вифлеема. И когда братья продали Иосифа Прекрасного в рабство, то это было то же самое. Его везли рядом с гробницей Рахиль, его матери. И он молился, обращаясь к ней, сохранился этот диалог его с усопшей матерью. И пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Теперь мы посмотрим книгу Иеремия, 26 глава, 21 стих. «Когда услышал слова его царь Иоаким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Ельнафана, сына Ахборова, и других с ним». То есть это был обычный маршрут для тех, которые прячутся от гнева иудейского царя, убежать в Египет. Поэтому Иеремия 26, с 21 по 23 стих, мы видим некую аналогию. А куда еще бежать? «Тогда Ирод,
А что же происходит с Иродом? Он ждет, ждет, волхвы должны прийти. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Теперь вы знаете, что он выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». То есть все это было предсказано. По смерти же Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. Если Деве Марии ангелы являются наяву, Иосифу во сне, я уже сказал, это не очень совершенная форма откровения. И говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Стоп, а это о чем? Тут еще непонятно. Понятно только для человека, который поверхностно все прочитывает. Да, мы уже знали, что вот Ирод умер по смерти же Ирода. Но ангел говорит: ибо умерли искавшие души младенца. Оказывается, умерли все, которые искали души младенца и которые убили вифлеемских младенцев. Если кто-то спрашивает, почему Бог это допустил, они все умерли, все эти злодеи были наказаны. А почему именно младенцы становятся первыми мучениками за Христа? Вот блаженной памяти отец Даниил Сысоев, когда он мне говорил, что ему опять угрожали расправой, я его спросил: как же ты не боишься, у тебя же семья, у тебя девочки, дочки. Он говорил так: как ты думаешь, Стеняев, почему первыми мучениками за Христа стали вифлеемские младенцы? Я его спросил: а как ты думаешь? Он сказал: чтобы стать мучеником, надо быть чистым, как младенец. Не каждый может сподобиться этого служения, стать мучеником. И я понял, почему он стал мучеником. Он считался недостойным быть мучеником. Святые, если в наше время не окружают нас, они рядом с нами. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Почему убоялся идти? Ну, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. А, извините, тут вообще непонятно. Учитесь читать внимательно. Да сбудет реченное через пророков, множественное число, что он Назареем наречется. Это что, несколько пророков об этом предсказали? Очень непонятно. Чтобы понять, о чем здесь написал Матфей, надо вспомнить, что еврейская Библия, которая называется Танах, Танах, это аббревиатура 3 слов. Тора, закон, пятикнижие, Набиим, пророки, и Катубим, писание. И когда
здесь сообщается Матфея, да сбудется реченная честь пророков, имеется в виду второй раздел еврейской Библии. Второй раздел еврейской Библии, который так и называется «Пророки» во множественном числе. Ибо он Назареем наречется. А о чем это? Ответы существуют разные. Согласно Луки, Мария и Иосиф еще раньше жили в Назарете. В связи с переписью и предстоящим рождением сына, они, по-видимому, решили переселиться в Иудею, но опасность, грозившая Иисусу, заставила их снова вернуться в Галилею, Назарей. В Евангелии Христос именуется и Назареем, и Назарянином, то есть жителем Назарета. Здесь Матфей ссылается на пророчество Исаия 11.1, который употребляет слово «нецер», что означает «отрасль», созвучное со словом «ноцерат», то есть «Назарет». Когда святое семейство поселилось в Назарете, исполнилось пророчество Исаии, возвестившего, что Мессия будет отраслью от корня Иессея, отца царя Давида, не следует смешивать новозаветные понятия Назарей с ветхозаветным. В Ветхом Завете Назареями именовали людей иногда с детства, посвященных Богу, согласно обету назарейства. Назареем был и святой Иоанн Креститель. Смотрите Лука 1:15. Назареи были древние люди. Смотрите Судей 13:5 из числа Судей и пророков Амос 2:11. Итак, сегодня, друзья, мы сделали с вами обзор первых двух глав. Это именно подстрочный анализ текста. Вы можете найти там разные мои лекции, но они больше обзорные. Для вас читается совершенно другой курс. Это подстрочный анализ, когда мы учимся обращать внимание на каждое слово. И это очень важно и очень ценно для нас.